Сердце – это самый яркий, очевидный и широко используемый символ в современном мире, который означает любовь и душевную теплоту. Возвращаясь к форме сердца снова и снова, дизайнеры украшений стараются обыграть этот визуальный образ по-новому, заставить его работать на общую композицию как центральный или, наоборот, фоновый элемент. Сердце как символ востребовано для выражения не только любви, но и дружбы, поддержки, сопереживания, привязанности и жизнелюбия. Кулон сердца – это добрый, запоминающийся подарок и хороший способ показать, как дорог вам человек, которому вы дарите это украшение. Ювелирные изделия в форме сердца предпочитают дарить в большинстве случаев подвеской, так как это украшение носится на цепочке, и оно находится близко к сердцу. Подвеска напоминает своей владелице, кто ее преподнес, и пробуждает самые теплые воспоминания. Нежность и теплые чувства – подарок, который актуален всегда. И если вам хочется воплотить свое отношение к человеку в украшении, то этот серебряный кулон сердца – простой и трогательный способ сказать: «Мое сердце с тобой, я тебя люблю».